Бабушка, посмотри, что я нашла. Это какая-то лопата. Вот только маленькая какая-то. Да, это лопата. Называется малая саперная лопата. Саперная? А что значит саперная? Ну, это использовалось во время рытья окопов. Когда надо было срочно солдату закопаться, сделать землянку, ров какой-нибудь, достать что-то из-под земли. Но ей же неудобно копать, она же такая маленькая. Вот именно, она такая маленькая, потому что удобно было солдату носить с собой. Называется он шанцевый инструмент. А почему шанцевый? Ну, шанцевыми инструментами называются все такие инструменты, которые используются для окапывания. Раскапывания и окапывания. А зачем они копали? Ну, во время боя нужно было солдату рыть траншею, чтобы фашистские танки не прошли, да? И, либо солдату нужно было защищаться, спрятаться там, да? Вот. Чтобы враг не заметил его. А еще это не только лопата. Это очень интересное секретное оружие. Ею ходили в атаку. Ее использовали. И вообще эту лопату даже использовали в боевых искусствах. Солдат специально обучали, как пользоваться ею. Но есть еще более практичная и очень простой метод использования этой лопаты. А какой метод? А ты представь, солдат после боя, его котелок пропал, а ему надо есть. Что он лопатой будет есть, как думаешь? А как можно было? Выкопать? Нет. На этой лопатке можно было что-то подогреть. Вот над костром ложишь, да. Вот солдат мог здесь подогреть ее. Вот такое это использование было необычное. А в нашей жизни используются такие лопатки? Да. Что интересно, что именно такая лопатка, хотя этой лопатке уже больше 70 лет, она еще в армии используется. Да и в любом случае можно с собой таскать туристу в походы. С такой маленькой лопаткой очень удобно ходить. А откуда взялась эта лопатка? Ну, я привезла ее тоже с мест боев. С тех мест, где обороняли Ленинград город. Вот. Я предполагаю, что мы ведем, в общем, поиски наших погибших героев, ямальцев. Я предполагаю, что эта лопата могла принадлежать одному из наших солдат, наших земляков, призванных на фронт из Ямальского района. Спасибо, бабушка, что рассказала про эту лопату. Я теперь знаю, для чего она нужна. Об этой лопате узнала не только ты, но и наши телезрители, которые смотрят эту передачу.